Третий год у Натальи тяжелые сны. Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет. Почерк в нем незнаком и суров. Он отправлен в саратовский лазарет. Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей, то надеждой, то горем полна. На другую солдатку, оставив детей, едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, как найти в нем родные следы? Много раненых братьев, отцов и мужей на покое у Волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине по тропинкам больничных ковров, и притихшие видит она, и притихшие слышит она, как во сне. Здесь лежит Алексей Ковалев, нерастраченной нежности женской полна, и калеку Наталью ждала, но того, что увидела даже она, не узнать, не понять не смогла. Он властителем был ее дум и тревог, запевал и лихим кузнецом. Он ли этот бедняга, без рук и без ног, с перекошенным серым лицом, и не в силах сдержаться от горя пьяна, повалилась кровать головой, голос вдруг закричала, забыла она: «Где ты, Леша? Соколик ты мой!» Лишь в глазах у него два горячих луча. Что он скажет? Без руки, немой. И сурово Наталья глядит на врача. «Собирайте, он едет домой. Не узнать тебе друга былого, жена. Пусть как память живет он дому. Вот спаситель ваш детям», — сказала она. «Все троем поклонитесь ему». Причитали соседки над женской бедой, горевал ее горем колхоз. Но все так же вставала Наталья с зарей, и никто не видал ее слез. Чисто в горнице, дышит печи пироги, только вдруг, словно годы назад, за окном раздаются мужские шаги. Сапоги по ступенькам стучат, и Наталья глядит со скамейки без слов, как, склонившись в дверях головой, входит в горницу муж Алексей Ковалев с перевязанной правой рукой. «Не ждала?» — говорит, улыбаясь жене, и, взглянув по-хозяйски кругом, замечает чужие глаза в тишине и другого на месте своем, а жена перед ним ни жива, ни мертва. Но как был он дорожной пыли, все поняв и не в силах придумать слова, поклонился жене до земли. За великую душу подруги не мстят и не мучает верной жены. А с войны не воротился не просто солдат, с непростой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, загляни невзначай в этот дом, где напротив хозяйки в обеденный час два солдата сидят за столом. Спасибо. Пусть никогда не повторятся ужасы войны. Я уже много лет, 7 ноября, надевая праздничный пиджак со всеми регалиями, потому что день Великого Октября был, есть и навсегда останется на меня, для меня самым дорогим, самым светлым, самым главным праздником. Спасибо. Мира вам и добра.